связи с резким похолоданием АО «Мособлгаз» работает в усиленном режиме. Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в постоянной готовности находится 91 аварийно-восстановительная бригада. Газовики напоминают о мерах безопасности. Нельзя использовать газовые плиты для обогрева квартиры, оставлять работающие газовые приборы без присмотра и допускать к ним детей. Не производите ремонт и перестановку газового оборудования самостоятельно.